Всем привет! Меня зовут Лена, и вы смотрите канал «С миру по факту». За свою историю человечество сотворило множество невероятно красивых сооружений, которые радуют нас сотни и даже тысячи лет. Но ни одно творение человека не сравнится с творением самой природы. Сегодня мы расскажем вам об одних из самых красивых уголках нашей матушки Земли. Никакие слова не смогут описать величину и красоту 275 водопадов, составляющих Игуасу. Эти водопады являются одним из самых популярных туристических направлений в Латинской Америке. Но еще бы, ведь там так красиво! Водопады Игуасу вдвое выше и шире, чем Ниагарский. И если посмотреть на него сверху, то он по форме напоминает лошадиную подкову. Водопады Игуасу – результаты сильного вулканического извержения, оставившего большую расщелину в земле. Теперь в нее с высоты 82 метра стекает огромное количество воды. И если бы каскады Игуасу составляли единую непрерывную стену воды, то он бы был самым большим и широким водопадом в мире. Но это не так, и на сегодняшний день самой широкой непрерывной водной стеной обладает африканский водопад Виктория. Водопад Игуасу находится на границе Аргентины и Бразилии и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться сюда довольно просто. Туризм тут развит на очень высоком уровне. Притом, две трети каскадов находятся на аргентинской стороне, но считается, что вид с бразильской стороны самый захватывающий, потому что можно увидеть всю панораму водопада. Но, пожалуй, самым великолепным и зрелищным из каскадов водопадов Игуасу является мощный водопад «Глотка дьявола», который состоит из 14 мощных потоков, падающих с высоты 106 метров. Сила падения настолько сильна, что водопад постоянно окружен 30-метровым облаком из брызг. Река, о которой хочу рассказать вам далее, не совсем обычная. Дело в том, что она протекает в огромной пещере. Поэтому ее смело можно назвать подземной рекой. Ее название Пуэрто Принцесса. Весьма красивое название, как она и сама, не так ли? Посмотрите следующий ролик и убедитесь в этом сами. На северном побережье острова Палаван, в 80 километрах от города Пуэрто Принцесса, расположен подземный речной парк с одноименным названием Пуэрто Принцесса, заслуженно признанный природным чудом света. Город и, соответственно, парк названы в честь принцессы Эулалии де Бурбон, которая основала город на острове Палаван в 1872 году. Уникальной достопримечательностью парка является удивительная река, самая красивая и самая длинная судоходная подземная река в мире. Длина ее более 8 километров. Река протекает по изумительной красоте пещерам и гротам, щедро украшенным сталактитами и сталагмитами. Местами своды пещер достигают 60 метров в высоту и 120 метров в ширину. В пещере несколько неповторимых гротов из живописного мрамора удивительных расцветок. Выходя из пещеры, река впадает в залив Святого Павла. В этом чудесном заливе водятся редкие млекопитающие, чем-то напоминающие тюленей дугани. Так как река впадает в море, опресняя морскую воду, соответственно, сложилась уникальная среда для обитания животного мира и организмов. Под водой находятся бесподобные коралловые рифы, более 2000 разнообразных видов рыб, 6 видов уникальных морских черепах и более 20 видов китов и дельфинов, а также самая опасная белая акула. Хочу поведать вам о райском месте с ослепительно белыми террасами, которые возникли в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников. Местные это место называют Хлопковым замком, но у нас оно известно как Памуккале. Памуккале – это уникальный природный объект, в состав которого входит 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 градусов. На сегодняшний момент это, пожалуй, один из самых популярных достопримечательностей Турции. Природный парк Памуккале образовался в результате стекания воды по склонам горы, которая образовывает систему причудливых водопадов из известняка и травертины.
Это ослепительные белые террасы образовались в результате отложения соли из насыщенной кальцием термальной воды. Памук-Але используют как курортную зону еще с античных времен. Гора открыта для туристов круглосуточно. Ходить по травертинам запрещено, за исключением специально открытой зоны для туристов. И даже в этой зоне разрешено ходить только босиком. Купаться в травертинах тоже запрещено, но многие, пренебрегая этим правилом, все же купаются в них. Помимо травертин, в Памук-Але расположены руины древнего города Иераполис, которые начинают строить еще в 2000 году до нашей эры. Из более-менее сохранившихся построек Иераполиса сохранился лишь амфитеатр, который вмещал в себя более 15 тысяч зрителей одновременно, имеет 300 ступеней, общей высотой 100 метров. Еще одна природная достопримечательность Памук-Але – это бассейн Клеопатры. Бассейн с термальной водой, температура которой составляет 36 градусов, в котором когда-то купалась сама Клеопатра. Считается, что вода из этого бассейна лечебная. Во Вьетнаме находится удивительное место, которое является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно включает в себя множество островов, пещер, скал и утесов. Это место называется бухта Халонг. Необычное и удивительное красивое место бухта Халонг. Эта изумительная бухта со своими многочисленными островами просто будоражит воображение. А купаться в чистых изумрудных водах – одно удовольствие. Бухта Халонг – самое популярное туристическое место Вьетнама. Бухта находится в Танпинском заливе Южно-Китайского моря, насчитывает около 3000 островов, а также небольшие скалы, пещеры и утесы. Название бухты Халонг дословно переводится «там, где дракон спустился в море». Некоторые из островов бухты заселены и имеют прекрасные песчаные пляжи. Самым развитым островом считается Туан Чао, на котором находится резиденция президента Вьетнама Хо Ши Мина. Также на этом острове планируют строительство курортного комплекса. Самый большой остров бухты – Кадба, половина которого объявлена национальным парком. Также на этом острове имеются многочисленные озера, водопады и гроты. Некоторые острова имеют прибрежные коралловые рифы. Самой красивой пещерой бухты считается грот Даупо. С 1994 года бухта Халонг была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Новое чудо природы расположено на территории 9 стран и составляет более половины всех тропических лесов на Земле. Речь идет о джунглях Амазонки. Джунгли Амазонки охватывают огромную территорию. В них находится самое большое на Земле разнообразие растений. По некоторым оценкам, на 1 квадратный километр здесь приходится около 150 тысяч видов растений, в том числе 75 тысяч видов деревьев. Это самый крупный тропический лесной массив в мире, который называют легкими нашей планеты. Водопад Сан-Рафаэль в джунглях Амазонки – самый большой водопад в Эквадоре по высоте и объему падающей воды. В джунглях обитают огромное количество животных и растений. Каждый десятый описанный вид животного или растения распространен в амазонских джунглях. Здесь находится 3000 известных видов рыб, почти 1300 видов птиц, 430 видов млекопитающих, 378 видов пресмыкающихся. Из крупных хищников в джунглях Амазонки обитают ягуар и кайман, а пожалуй самой известной обитательницей Амазонки является змея-анаконда, крупнейшая современная змея. Ее средняя длина 5-6 метров, а нередко встречаются экземпляры и по 8-9 метров. Она может захватить крупных животных и даже человека, но таких случаев крайне мало. А в следующем выпуске мы расскажем вам о самых быстрых существах на Земле, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.